Друзья, вы на канале Волшебный Джут и прочее. Сегодня я решила отвлечься от вас и корзинок. Буду изготавливать открытку. Для этого мне, как обычно, понадобится джут бежевый и отбеленный, клей полимерный универсальный, у меня титан. Конечно, схема. Моя схема такая, называется с новорожденным. Цветной картон для фона. Можете выбрать любой, какой вам нравится. Или, возможно, специальная бумага для открыток. Их продается превеликое множество. Также понадобятся ножницы, пинцет и спица. И, конечно же, креп для рук. Thank you.
детали обработаны. Значит, теперь дело за самой, так сказать, открыткой. Схема у меня 15 сантиметров на 22. Саму открытку, фон, я выбрала очень яркий, чтобы открыточка была оранжевая, как солнышко. Но размеры я поставила вот такие. Я отмерила прямоугольник 16 сантиметров на 23. То есть с каждой стороны по высоте и по ширине я прибавила по 1 сантиметру. Сама открытка готова, теперь можно располагать на ней то, что мы приготовили, все детали. Ну, вот таким образом приклеиваем. Ну вот, друзья, смотрите, что у меня получилось. Значит, схема у меня была 15 сантиметров на 22. Открыточку я вырезала, вот фон для вот этого рисунка я вырезала на сантиметр больше и прибавила по высоте и по ширине. Вот я фон взяла как бы, ну, нейтральный, но полет фантазии здесь есть где разгуляться. Фон может быть, ну, самым разным. Для мальчика может быть голубым, для девочки может быть розовым. А вот еще смотрите, какой вариант. Вот продается огромное количество различных маленьких открыточек с различными поздравлениями. Можно написать пожелание для ребенка и вставить вот сюда, вот как в кармашек. Посмотрите. Друзья мои, если вам понравились мои декоративные штучки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Всем пока.